завезли, людей разгазнили, много кому в Запорожской области он понравился. Вот такая ситуация. Ну, по Сашару. Понятно. Кто-то его пробовал? Нет, сюда. Кто-то его пробовал. Ну, я так от себя скажу, вкуснее томата я лично не ел. На любителя? На любителя, да. Для меня вот он самый вкусный. Всегда розовые были в приоритете, но сейчас только черные. По самому, как растет растение, очень неприхотливое выращивание завязывает вообще без никаких проблем, в принципе, в любую погоду. В условиях этого года, когда в людей было по-розовому на кисти по 2, по 3, а были кисти вообще без томатов, Сашар завязал идеально 6-8 томатов без никаких проблем. Опять же, кто его покупает для того, чтобы добиться крупности плода, чтобы он был в среднем 160 грамм, хотя можно и 200, и 220 его качать, надо формировать кисть. То есть он на кисти и 8, и 9 вяжет, надо 5-6 томатов оставлять, и тогда, в принципе, он нормально выйдет. Ну, при нормальной кормежке, опять же. По устойчивости к болезням, самый устойчивый гибрид, который я видел, как к фитофторозу, так и к серой гнили. Серой гнилью практически он не поражается. И, что немаловажно, к галовым нематодам он тоже устойчив. То есть они его не поражают, так как другие гибриды. Можно выращивать в пробленный оборот до 15 кистей с приспусканием, без проблем вытягивает. Знаю человека, который его выращивает в 2 кисти в наших условиях. Опять же, 2 кисти у него, не 2 кисти, а 2 ствола по 8 кистей. Говорит, ну я его не успеваю просто-напросто кормить. Очень много элементов питания забирает на себя томат. Ну, если в наших условиях, все-таки лучше его в один ствол выращивать. И не выдумывать. Ну, сейчас знаете, цена на него намного ниже, чем была раньше. Если в прошлом году цена семечки была примерно 6 гривен, то сейчас 3,50, более доступно для фермера, для всех. И, что немаловажно, вот буквально на прошлой неделе я был в Николаевской области, Южная Украинская, мне наш Сашар там тоже выращивают. Фермер, так мне сравнение в своих словах, сказал, вот с красным томатом, да, там я с общей площади, у него 2 гектара, на красном килограмм 15 собрал больше. Но если равнять по цене, по которой я сдаю красные, это 10 гривен оптом, было 2 недели назад, то, говорит, я Сашар сдаю по 18 гривен оптом. То есть он более ценится. Ну, я думаю, что за этим гибридом будущее, за черным томатом, что все-таки он выйдет на рынок и будет более активно продаваться. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.